Да не, какой перерыв? Вы что, с ума сошли? Привет еще раз. Это уже буквально полчаса прошло. Я взял опять камеру сразу. Готовим, похавать. Мясо вчера жарили, я сегодня его, вот вчера жарили мясо, оно в холодильнике жиром покрылось в тарелке, я его поменьше порезал, почистил картошку, жарил картофанчик, сейчас картофан поджарю, это мясо туда закину и все, оно было в жиру вчерашнем. Вчера полную тарелку нажарил, а нет, мясо с салом. Сначала картошечку на вот этом вот, который жир вытопился и в тарелке слился. На нем картофан делаю. Никаких перерывов, вы че тут, с ума сошли? А какой? Все, готовим дальше. Ну ничего не делаем, вот так вот. Так что давайте, даже не вздумайте переключаться. Досматриваем до конца. Все. Едет Анюта домой. Сейчас звонила входящему. У меня тут все вон. Вай-вай-вай. Жаренький, прилипается. Сейчас закидываю мясо, короче. Закидываю мясо, смотрите. Опа. Все мимо. Дык, дык, дык. И перемешиваем это все. Ну на чем я там остановился? Да, и сейчас съездим с вами на дачу, посмотрим, прокатимся, но сейчас она после работы, потому что никто не ел, сейчас сядем, поедим и потом быстренько мотнемся на дачу. И все. Все, я добавил мясо. Ничего не видим. Может быть, когда-нибудь у меня будет тут нормальный свет, но это не точно. Такая нефталово жареная получится. Ненавижу, когда полная, помните, сковорода. Полная сковорода, мне неудобно мешать. Еще вот такими лопатками. Не знаю, или железную, или деревянную. Не знаю почему. Такое у меня. Все, смотрите дальше. Вышли мы на улицу. Не заснял его. Но я приготовил, домой приеду. Покажу вам этот, что я там приготовил. Поедим, мы не стали дожидаться, Анютка поехала там туда-сюда, подъехала к дому, потом поехала по делам надо. Мы вышли пока с малыми, вон, пузыри вчера совки купили. Пузыри эти пускаем здесь на полянке. Стой, подожди. Такая полянка, вон. Там это, в баскетбол дети играют. У них это, голосовые связки нормальные, видать. Футбольное поле у нас нормальное, да, за помойкой сразу, оп, играй, нормально. Хоть бы огородили как-нибудь, сделали нормально. Вот здесь бы сделали, и все. Все, сейчас Анютку, короче, дождемся и это, попрем на дачу. Солнце как под вечер жарит. Закат какой, прям ярко так светит. Ну как, до заката еще далеко, до сих пор стоим. Садик у нас вот здесь. Я не понимаю, почему. Вот, да, у нас дома. Наш дом, да? И вот садик. И Анюта захотела ее вести туда. В садик я за ней хожу, за Софой. Вот садик. Прикиньте, сразу можно вот здесь, около дома. Нет, нам надо идти в частный сектор туда, в садик. Когда можно было ходить сюда. Там, потому что новый садик. А можно было здесь. Вот она звонит. Все, на даче. Антикор. Да нет, отработкой покрыли они. Вот так. Приехали смотреть. Еще не просохло. Да когда-то с такой погодой что там просохнет. Все покрыли. Они. Все мокрое. Сразу видно. Ну, еще не впитала даже.
с такой прохладной погодой, когда там в Китае. Вот так вот. Все, сейчас поедем домой. Быстренько проехались и хватит. Угол, он, видишь, мокрый, не высыхает краска даже. Вижу. Вижу. Видно. Вот так вот, короче. Со стороны красивый цвет, да? Темненький. Такое типа жженое дерево. Ну так вот. Ладно, мы даже в дом не заходим. Едем домой. Хотя можно было в дом зайти. Ну ладно. Посуду надо было занести туда. Все. Посуда у нас просто в машине. Сюда привезли всякую разную, чтобы здесь были тарелки, то да сё. Что у нас с клубникой? Все зарастает этими. Дергать опять надо. Трава вон полезла. Трава полезла, да. Зелененькая. А сот или кто это? Хер его знает. Неизвестно. Все, мы дома. Грибной соус. Мои пережарки. Недоварки. Хлебушек беленький. И все, пожалуй, на этом. Будем есть. Утро следующего дня. Идем на работу. Стоите. Шапку забыл. Ну, а я, как обычно, на свою остановку ждать автобус. Завтра крайний денечек и выходные. Неделька вообще махом пролетела. Сегодня пустота. Ну, как пустота, вон мужик идет. Машина стоит. Просто что-то стоит на стоянке, видать. Никого, ни души. С погодой пасмурно. Все. Ветерочек прохладный. Все. Стою на своей остановке и читаю новости. Как обычно. Вот такие вот дела. Мы едем работать. Все, обед. Иду домой. На дома до хат. Есть и опять потом на работу. Решил срезать. Что все? Пойдемте поедим. Обед мой состоит. Вот из чего. Чай и вот такие сосисоны. Кляри. Бомбочка. Все, приятного аппетита. Все, я перекусил. Вот такие сосиски вкусные. Спасибо, Анюта. Он тоже дома пошла. Валяется. Все, я сейчас поваляюсь, тоже минут 30. И дальше на работу полечу. И все. Вот так вот, пупсики мои. Такие дни. Сосиски вообще бомба. И все. Ладушки. Все. Увидимся еще сегодня. Ля, какой подъезд, да? Не красится. Тут есть. Все, на работу. Распогодилось, кстати, у нас. Тепло. Легкий ветерок, конечно, поддувает, но на улице вообще бомба просто. Тепло.
Это хорошо. 7 градусов показывает. В 2 часа с 2 до 3 дождь нарисовал. Вот сейчас смотрю. Ну, нормально. Пойдете. Все, Анюта забрала меня с работы. Сейчас папа включит. Летим мы домой. До дома, до хаты. Трудный день сегодня был. Ножкам надо отдыхать. Ну что, сейчас проводим Анюту. И что будем делать? Да ничего не будем делать, да? Ничего. Я не помню, говорил я, нет, сегодня распогодилось. Так хорошо. На улице 9 градусов, но тепло. Такой легкий холодный ветерочек. А так просто, ну, на солнышке. Вообще замечательно. Завтра пойду на работу, скажу. Короткий день. До 4:15. Лафа. Анютка с ночи. Поспит. Потом будет доску возить на дачу. Что-то на линзе. Это прямо внутри надо снять, почистить. Анютка будет доску возить. Сейчас она на работу. Мы с Совкой будем валяться. Телевизор смотреть. Это как бы 2 дня были. Коротко и ясно. Скоро поедем на дачу. Сейчас скажу сегодня что. Или в пятницу, или в субботу поедем, мясо похаваем. Пожарим, пережарим. Похаваем миска. Я думаю, надо еще завтра курицу купить. И курицу замариновать. Нормальненько тоже. Также ее порезать и сделать курочку. Протыкать ее только и в грудинку чесночок сделать. Я думаю, бомба будет. А лучше отбить ее молотком, спрессовать, замариновать. И прям целую пожарить. Вот так, наверное, и сделаем. Отобьем ее молотком. Ну, это завтра. Завтра куплю в натуре курицу и сделаю так. Байкер у нас. Я даже знаю его, походу. Байкер от этого. Так, сейчас ездим на дачу. А сейчас что? Все, вырубаюсь я. Куда еще сигналка там? Пожалуй, хватит на это. Как-то так.